Золотая свадьба – это важная страница семейной летописи, незабываемый и счастливый момент. Символом данного юбилея является благородный и дорогой металл всех времен золота. Люди, прожившие вместе полвека, смогли доказать взаимную любовь, уважение, доверие и преданность друг другу. В год семьи, объявленной президентом России, золотой юбилей свадьбы празднуют Лидия Ивановна и Анатолий Дмитриевич Журавковы. Золотая церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе Ленинско-Кузнецкого. Поздравляю вас с таким радостным и прекрасным событием. И я поздравляю вас всех, потому что вы все присутствуете сегодня на балу, на золотом балу любви. И вот эта пара олицетворение такого прекрасного и чистого праздника. Позвольте мне от имени губернатора Кемеровской области Кузбасса Сергея Цивилева поздравить вас с вашим событием. Уважаемые Лидия Ивановна и Анатолий Дмитриевич, от всей души поздравляем со знаменательным событием. Искренне разделяю радость этого торжества. Пусть яркий свет вашей любви не угаснет. Здоровья вам, благополучия, еще долгих лет счастливой семейной жизни. Анатолий Дмитриевич более 40 лет отработал в системе МВД. Лидия Ивановна большую часть трудового стажа посвятила службе в МЧС. Супруги всегда были надежной опорой друг другу. Поддерживали и в радости, и в тяжелые моменты. Пользовались заслуженно уважением и по сей день являются достойным примером для своей дружной семьи. Мы что-то даже не заметили. Заботы, дети, хлопоты. У мужа работа такая была беспокойная. Уважение друг к другу. Все это должно взаимопонимание быть. Только все на доверии. Золотой юбилей – прекрасный повод собраться со своими родными и близкими, пережить вновь самые радостные эмоции союза любящих сердец. Поздравить юбиляров со знаменательной датой пришли дети, внуки, друзья. В этот день для Анатолия Дмитриевича и Лидии Ивановны Журавковых звучали самые теплые слова и самые искренние поздравления. Это место они занимают наравне с родителями. Я всегда относился ко всем одинаково. Ну, к родителям, и к бабушке, и дедушке. Даже чуть побольше. Но они нас очень... Ну, мне кажется, мы выросли просто у них. Это прям наши вторые родители однозначно. Это не просто бабушка по воскресеньям там на пирожки. Это бабушка с дедушкой 24/7 всегда с нами. Самое главное в таком возрасте – это здоровье. Также я желаю им, чтобы они встретили еще не одну такую свадьбу, и мы все собрались и отпраздновали. Мне кажется, у них есть все, у них есть мы, поэтому я желаю им только долгих-долгих лет жизни. Это самое главное – здоровье. Юбилей свадьбы – это возможность почувствовать сплоченность и единство семьи, традиции, сложившиеся в ней. Ведь именно золотая торжественная дата – главный показатель того, что любовь и счастье в этой замечательной семье передаются по наследству. Анна Кириллова, РИА Ленинск.